Во время местных выборов на Украине обнаружили незаконный избирательный участок. Об этом сообщает Facebook глава гражданской сети Ольга Айвазовская. Она утверждает, что фейковый участок перебивает настоящий. У фейкового участка играет музыка, и людей приглашают на голосование. Они идут на самопровозглашенный участок, место настоящего. А в настоящем очень низкая явка, ведь он находится в глубине села. И в нем ничего не происходит. Люди не знают, что туда на самом деле нужно идти, заметила Ольга Айвазовская. Правда, как сообщила она, в село уже приехали правоохранительные органы,